Минувший год был сложным, подытожили специалисты региональной службы по тарифам. На 69 заседаниях тарифной кампании утвердили больше 4000 тарифов на тепло, электричество, водоснабжение, водоотведение, газ и утилизацию ТБО. Гордятся специалисты РСТ тем, что в рейтингах подобных служб региональному представительству удалось улучшить показатели работы и подняться с 76 на 54 место. В нынешнем году ивановцев снова ждут повышения тарифов. Правда, минимальные за последние 20 лет, сообщают в РСТ. На 4,9% вырастут цены на тепловую энергию, на 4,2% на электричество и газ, на 4,1% увеличится стоимость водоснабжения и водоотведения. К наиболее важным достижениям службы в отчетном периоде в первую очередь я отношу следующее. Расчет и утверждение нормативов потребления коммунальных услуг в рамках постановления правительства Российской Федерации номер 354. Именно в 2013 году мы выполнили полностью требования данного постановления.